Эй-ё, мои дорогие скорострелы, с вами подземный кринжлорд, и вот наконец-то спустя 2 года я сделал очередной ролик по вашим любимым оверклокам, и не на какую-то говенную пукалку, а на оружие истинного космического дворфа, револьвер Бульдог. Если вы наиграли 118 часов на макре в Овервотче, то данный револьвер вам более чем подойдет. Его убойность позволяет отстрелить любую конечность практически любому врагу в Дипроке. За исключением некоторых засранцев, что прячутся под шубой из хитиновой брони. Разнообразие оверклоков у револьвера позволяет подстроить его под свой стиль игры, будь то фокус на сильных врагах или на уничтожение толпы. А для того рассмотрим под микроскопом все положительные и отрицательные стороны каждого разгонного модуля. Мнение по раскачкам и пользованию оверклоками субъективное, потому можете кидаться кокулями, но мне в целом по... Итак, товарищи Иствуды, крутите барабан. На бумаге это звучало смешнее. Перед стартом обозначу некоторые изменения в роликах. Таймер сверху я уберу, так как на ютубе наконец-то появилась волшебная функция разделения ролика по тайм-кодам, потому если интересен какой-то конкретный оверклок, щупайте таймлайн. Плюс рекомендации по пользованию на хазардах я тоже убрал, так как любой оверклок раскрывает свой потенциал только в определенных ситуациях. Да и для первых 3 сложностей, по логике вещей, подойдет любой оверклок. Чтобы проиграть, надо прям постараться. По традиции начинаем с нестабильных оверклоков и далее по протоптанной дорожке доползаем до безупречных. Первый нестабильный оверклок — это магические пули. Офигительный оверклок для контроля толпы, позволяющий нагло стрелять в молоко со 100% гарантией попадания во врага. Да, урон значительно уменьшается и чуток добавляется патронов в запас, однако данный оверклок не подразумевает стрельбу по слабым точкам и гнуть пули как Уэсли из особо опасен не заставляет. Прикольно, конечно, стрелять в стену и попадать в жопку претарианцу, что изрыгает на вас свой завтрак, но урона от такого пука будет мало. Самый сок я нахожу в следующей раскачке. За первую строку сразу поясню, точность в случае с магическими пулями погоды не делает, пуля так или иначе настигает свою цель. Но и ускорение перезарядки тоже незначительно влияет на процесс истребления таракашков, так как можно заранее останавливать анимацию и стрелять раньше, чем обычно. Оттого выбирайте свой фломастер. Вторая строка и четвертая строка. В данной раскачке прямой урон не есть камень преткновения. Здесь ставка идет на охват большей области и, соответственно, знатные жменьки тараканов за один выстрел, с дальнейшим заражением последних нейротоксином. Чем больше заденем, тем лучше, потому во второй и четвертой строке без раздумий берем патроны. Третья строка — разрывные пули. Тут вам небольшое пояснение. Цели при прямом попадании, либо при попадании вблизи, огребают от разрывных пуль в размере 30 единиц хп. Однако повторное попадание рикошетящей пули не нанесет урон от взрыва тем целям, что уже словили его при первом попадании. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. То есть рикошетящая пуля также наносит урон по области, и если же при рикошете она летит удачно и далеко от места изначального импакта, она заденет большее количество целей, с шансом при взрыве засрать им здоровье нейротоксином и накинув лишнюю плюху. Если стрелять ровно в противника, есть шанс, что пуля не отрикошетит ближайшего добровольца, а улетит в неизвестном направлении. Но если под прицел взять грунт, то пуля рандомно выбирает цель в зоне поражения рикошета, то есть летит не в ближайшую цель от места попадания, а в какую захочет, но гарантированно летит во врага, а не в ряженку. Потому советую палить в пол. В данном случае пуля не дура, сама знает, в чью жопу лучше впиться. Итого, разрывные рикошетящие пули с нейротоксином — это офигенный способ борьбы с крупными скоплениями слабых таракашков. А вот стрельба по крупным многочленистым недоброжелателям имеет смысл только с целью заразить их коронавирусом. Да, в смысле нейротоксином. А, черт! Пытаться нанести весомый урон, даже стреляя по слабым точкам, занятие веселое, но бестолковое. Можно, конечно, альтернативно прокачать револьвер в прямой урон и закручивать пули для стрельбы по жопкам, но это чисто пофаниться, практичность у этого дела очень низкая. Второй нестабильный оверклок — это слонобойка. Еще один оверклок из разряда «стреляем только по слабым точкам, иначе толку мало». Окей, да, у слонобойки обычный прямой урон тоже нехилый, однако даже обычного гранта убить не получится одним выстрелом в хитин, даже пожертвовав дополнительными патронами, поднимая урон. Скажем так, слонобойка нужна для стрельбы буквально по слонам. Любой толстый враг с открытыми слабыми точками — это ваш приоритет. На миссиях по охоте на дредов я чаще беру слонобойку, так как стрелять нужно в крупную цель, и вероятность промаха небольшая, а как попал, так попал, здоровье отнимает знатно.
Ай, больно в ноге, блядь! Однако, в отличие от нестабильных пуль или того же шестизарядника, у слонобойки крайне низкая скорострельность, огромная отдача и разброс после выстрела, всего 3 патрона в барабане, снижен максимальный боезапас и... очень долгая перезарядка. Единственные плюсы — это слегка повышенная точность и увеличенный в 2 раза урон. И стоит ли игра свеч? Минусов гораздо больше, да и плюс не такой уж сасный. На самом деле, после реворка слонобойки я мало чего хорошего могу о ней сказать, так как есть гораздо более выгодные оверклоки. Но если вы все же решили покатать с этим модулем, рекомендую раскачаться следующим образом. Еще сильнее увеличивать точность в принципе нет надобности, так как оверклок уже накидывает свой бонус. Потому слегка ускоряем перезарядку, но не забываем пользоваться фокусом с отменой анимации. Во второй и четвертой строке я беру доп. Патроны, поясню почему. У слонобойки очень сильный прямой урон, что в сочетании с изначально 15% бонусом револьвера к урону при стрельбе по салатовым булкам выдает неслабые цифирки, при условии меткой стрельбы, конечно. Однако поднимать урон еще выше я не вижу смысла, так как вы жертвуете драгоценными патронами, которые оверклок у вас нагло отнимает, и каждый промах будет вам очень дорого обходиться. Я, например, рукожоп, и лучше возьму с собой запасные патроны, чтобы уверенно накидывать пульку за пулькой вместо одного убойного выстрела. Но, с другой стороны, выгодно иногда стрельнуть так, что у любого крупного врага жопа отлетает за один присест. Да и плюс быстро разряжать барабан у слонобойки не получится, так как радиус разброса и темп его восстановления после первого выстрела не позволяют быстро метать свинец даже на средней дистанции, и приходится ждать восстановления, когда ваш дворф придет в себя после королевской отдачи в подбородок. Ну и самое главное, если стреляем по слабым точкам, значит хватаем экспансивные пули, поднимая бонус с 15 до 65%. И в конце на выбор, нейротоксин — это всегда хорошо, это дополнительный урон плюс замедленный враг, соответственно легкий фраг как для вас, так и для команды. Однако и орлиный глаз тоже вариант неплохой, дабы не стоять по полчаса не сводиться после спринта, как артиллерия. С орлиными зенками можно развешивать меткие плюшки прямо в прыжке, аки наш старый знакомый. А если захочется увеличить точность еще сильнее, то возвращаемся в первую строку и хватаем нужный мод. Как-то так, слонобойка, конечно, неплохо, но, как я и говорил, есть варианты гораздо более выгодные. Обниму твою маму! Теперь переходим на сбалансированные модули, и, скажем так, один из них очень хорош и вариативен, а второй привязывает вас на поводок к вашему бурильщику, если тот с собой носит огнемет. Сейчас все поясню. Первый сбалансированный оверклок — это шестистрел. Один из лучших, на мой взгляд, оверклоков, так как позволяет раскачать револьвер как душе угодно, особо ничем не жертвуя. Он поднимает объем магазина до, кто бы мог подумать, 6 пулек, увеличивает максимальный боезапас и поднимает скорострельность, чтобы можно было разряжать весь барабан, как закадычный посетитель дикозападных салонов. Из минусов — выше базовый разброс и чуть дольше перезарядка, но то, в принципе, невесомо. В отличие от твоей мамы! Раскачки можно наколдовать следующее. Такой формат отлично подходит для стрельбы по травянистым анусам на близком расстоянии. К примеру, разрядка всего барабана в причинное место претерианца гарантированно снимает ему около половины здоровья и заражает токсином. Базовая точность, что мы подняли модификации в первой строке, позволяет стрелять в кулебяк, что ползают вдали. Но, естественно, шустро весь барабан на средней и дальней дистанции разряжать не получится, пули летят куда попало. В итоге в такой раскачке вы и сильных жужелиц превращаете в решето при близком контакте, и зависающим на фоне гадом можете нервишки потрепать. Второй вариант — это стрельба на вылет. Лично я редко сталкиваюсь с моментами, когда враги удачно выстраиваются в ряд, чтобы принимать свинец на морду. Да и самому доворачивать свое положение во время адского замеса не очень удобно, чтобы задеть большее количество супостатов. И плюс пролетающая насквозь пуля может спокойно спотыкнуться об любую твердую броню, будь то претор, опрессор или лапки гварда. Поэтому вариант не лучший, но имеет право на жизнь. И последний вариант как раз-таки для уверенной расправы над толпой. Раскачка абсолютно идентична магическим пулям, в таком формате есть и прямой урон, хоть и сниженный, и урон по области для борьбы с толпой. Разрывные пули позволяют накладывать нейротоксин на нескольких таракашек одним выстрелом, соответственно, даже если вы промазали и разрыхлили землю, то рядом проползающие жуки все равно славно огребают с шансом хапнуть ядовитую бяку.
Однако, в отличие от магических пуль, где выгоднее стрелять в пол, с шестизарядником история другая. Прямой урон у нас не сильно теряется и может при удачном попадании накинуть хорошую порцию звездюлей. Поэтому все же лучше целиться в милые жучиные мордашки. Шестизарядник с разрывными пулями не эффективен против жирных врагов, но для контроля и истребления толпы отличная штука. А наличие в барабане 6 патронов с высокой скорострельностью зычно поднимает ДПС, от чего организованные жучиные группы будут улетать крайне охотно. Учитывайте, что у некоторых рядовых врагов типа слэшеров или гвардов есть изначальное сопротивление к урону от взрыва, но во время замеса вы это особо не почувствуете, так как вероятнее всего с пары разрывных выстрелов заразите гадов нейротоксином, от чего слабенькие гранты быстро отъедут, а более крепкие товарищи постепенно развалятся на запчасти от зловонного токсина без дополнительных взносов свинцовых аргументов в их сторону. Второй сбалансированный оверклок — это нестабильные пули. Этот замечательный модуль привяжет вас к бурильщику тугим канатом. Суть нестабильных пуль в адском повышении урона только по горящим жукам, ценой заниженного урона в целом. Фокус в данном случае сводится на стрельбе только по горящим целям. Никто не запрещает стрелять и по обычным врагам, но ваши потуги нанести весомый урон пройдут незамеченными. Потому чтобы враги постоянно горели, надо иметь либо карманную бурилку с нужным оружием, либо кидаться зажигательными гранатами. В ином случае, если жучок не планирует превратиться в шашлык, оверклок этот принесет больше бед, чем пользы. Но с другой стороны, любой полыхающий супостат, та же, например, Мактера Бомбер, словит 1-2 пульки в мешки и смерть. Горящий претор, буквально 3-4 выстрела в жопу и смерть, либо тютелька ХП, которую можно киркой добить, и так далее и тому подобное. Раскачка стандартная, с жертвой касаемо места под бутерброды и фокус на сведение огня на слабых точках. Почему в последней строке орлиный глаз, а не нейротоксин, это личное предпочтение, так как стрелять нужно метко и обычно это происходит на ходу, плюс горящая цель, как правило, быстро отъезжает от вашего револьвера, от чего польза нейротоксина в целом сгорает вместе с ней. Но опять же, фломастеры ваши, выбирать вам. What the fuck? No! Обобщая ситуацию, оверклок крайне силен, но только при определенных условиях, которые не всегда выполнимы. Каждый раз тратить зажигательную гранату, чтобы быстро положить на лопатки претора за лихватским комбо из напалма и свинца, это не очень выгодно, так как этой же гранатой вы можете поджечь дюжину другую обычных тараканов. А карманный бурильщик не всегда ходит рядом, чтобы вам помочь, так что нужно вставать за ним паровозиком и нагло эксплуатировать его поджигательный инструмент для дальнейших насильственных процедур над жуками. Ну и финишная прямая. Безупречные оверклоки. Первый называется цепь попаданий. На самом деле он не безупречный, он бестолковый. Почему? Потому что он дает шанс. Шанс, сука, при стрельбе в слабую точку отрикошетить в соседа. Ну спасибо, хоть не обратно в стреляющего, ладно, не суть. Сразу скажу все, что связано с рикошетом и пробивающими насквозь пульками. Если вы попадаете в морду первому противнику и пуля все же отрикошетила соседа, его насквозь она уже не пробьет. Второй враг — это конечная остановка для пули. Прикол другой, если пуля пробивает 3 жуков в тело и попадает последнему в морду, есть шанс, что она отрикошетит еще одного врага, но такое стечение обстоятельств практически нереальное, потому смысла брать прошивание и пытаться находить идеальные моменты для стрельбы — это занятие скверное, особенно на высокой сложности. Это я к тому, если вы вдруг решили взять прошивающие пульки на вот этот волшебный рикошет, либо на магические пули. Это так не работает. В остальном, у оверклока цепь попаданий шанс рикошета ужасно низкий, а именно 33%, потому пользоваться данным оверклоком можно только за условием отсутствия каких-либо других вариантов, так как минусов никаких не навешивается. Ну, фигня фигней, но за неимением каких-либо других вариантов, пожалуйста, пользуйтесь. И последний по списку, но не по значимости, это самопальный порох. У меня сейчас интонация была как у сокола, мне кажется, сейчас Федора на башке отрастет, и у меня вес примерно 40 кг прибавится. Приветствую, меня зовут Сокол и... Why are we still here? Данный оверклок прост и оттого прекрасен. У пулек появляется шанс нанести урон от 80 до 140% и чаще всего урон выше 100% нормы. Бывают, конечно, фейлы, но на фоне остального исходящего повышенного урона они не особо бьют по самомнению. Раскачать можете или в стрельбу по слабым точкам, либо в прошивание, и дальше суть ясна. В случае со слабыми точками это выбираем врагов пожирнее и наваливаем им пороховой привет, а во втором удачно располагаем свою тушку, чтобы задеть как можно больше жучил волшебной пенетрацией. Ну, как-то так. Револьвер — это крайне убойный ствол, что бодро разваливает мордахи, в отличие от
И в преддверии нового обновления и вероятного ребаланса пушек оверклоков данное видео может в скором времени стать неактуальным, но если мне припрет, то буду делать краткие видео по ребалансам. Так и вот. Ну что, следующий видос из серии оверклоков будет годика через два, так что думаю, это отличный повод подписаться и нажать на гребаный колокольчик, хотя он все равно не работает, поэтому насрать. Итак, товарищи шахтеры, хватайте свои убойные пушки и вперед в шахты, пародировать сцены из хорошего, плохого и злого. Рок-н-кок, товарищи!